Всем привет! Заехали на рынок. Хотим приехать к Баке, купить рыбы. Вот думаем, какую рыбу покупать. Мангуст. Да. Похожая рыба, кстати, на окуня. А, мамаечка купила, он рыбу какую-то. Первый раз такую будем пробовать. Надеюсь, я хорошо слышно. Вот эту первую рыбу будем... Ой, первую рыбу. Первый раз будем эту рыбу есть. Вот эту. А че я вас не слышал-то? Того, что в работе весь. Молодцы. Тема Майка приехал. Да, и Андрей там идет. А чего это вы? А что-то погода хорошая, решил приехать. Так вон ехали бы на пляж лучше. Потом. Сначала тебе поможем. Да, ну, мне не надо помогать, я потихоньку работаю. Скоро приедет сестра Мумайки, вот, и, короче, здесь будет куча народу и будет освещать это место. Позовут папа, вот, и мы должны почистить эту территорию, чтобы здесь потом, типа, как бы отпраздновать. Вот, поэтому сейчас чистим, а после этого поедем, скорее всего, на этот самый, на пляж, покупаемся. Я взял с собой подводную камеру, надеюсь, получится поснимать рыбок. Вот, что еще интересного? Что еще интересного у нас, пап? Что интересного? Мне тогда мне интерес, я работаю, ну, вот, пап. Ладно, будем работать потихонечку. Сегодня приготовлю там корову мой, лук, бака. Спаси. Угу. Так, мальчика готовить рис. Стол? Стол. Кичен стол. А, да-да-да, принеси. Так, что тут у нас происходит? Ой. Коровы всякие тут ползают. Вот эта штука, этот мясо. Ага. Как я вам выгляжу? Типа Тутанхамона? Или хамон? Не, похож на дачника. На дачника? Да. Неудачника. Андрюха, воды приводит. Да, молодец какой. Надо ведро дать ему, пускай ведрами таскает. Угу. Почему нет? Там же ведро стоит в туалете. Кстати, ребята, пойдем, Ваня, я тебе покажу кое-что. Пойдем. Я думаю, это такая тенденция на Филиппинах. Я подумаю, что она не работает? Да? Калитка есть, можно было проходить. А вот посмотрите, как петли стоят. Ну? Понятно, да? То есть понятия вверх-вниз у них вообще нету. Они это в пространстве. Улетыши такие тут ходят. Ну нет, сделано хорошо. Единственное, что могу сказать. Нахрена делать из оцинковки, во-первых, ее варить, это очень вредно, потому что нахватаешь. А потом еще будет спадать краска, да? Да, и краска опадает, это смысла нету. Можно было просто черную трубу поставить. Ну я бы ходил, красил, тут нехрен делать, да. Вот эту фигню. Я не знаю, вот на мой дурацкий характер чокнутый, да, я бы сделал маленькое горно и делал бы такие же наконечники, только кованые. Что там делать-то? Нагрел, расхреначил, вытянул немножко и расплескал. Все. Вот тебе готовый. Реальный такой. А это, ну, не знаю, это детская игрушка, что ли. Это надо сколько электродов, блин, пожечь на эту хренотень, да? Вот человек сидел и херню страдал целыми днями. А еще нарезать эти вот ромбики, ну. Ювелиры.
Пойдем, ювелирничать научим. Пойдем. Ну. Кстати, вот те чили, которые мы сажали здесь, вот они выросли. Или не мы сажали, не знаю, но мы здесь уже были, короче. Вот сейчас будем убирать всю эту траву. Так, Андрей выкинул кусок пластика. И Майка заставит его сейчас искать его, куда он его выкинул. Не бережет природу мать Андрей. Вырибат. Угу. Также у нас сегодня на обед будут сосиски. И рыба вот эта. Потом покажу, как она выглядит. My workout. Видео. Ну, только сел отдохнуть, не успел сесть сразу, Андрюха, бум, жопу эту свою. Я вам все время говорю, иди туда и ложись там и лежи нафиг, если не хочешь сидеть. Нет, сядет, ножик забрал. Бестолковый твой, башкенку твой бестолковый. А? Наорал. Посмотри, видишь, меня жмет. Не дай батя отдыхать, а? Пендель ему надо поддать было. Андрей всегда ходит очень медленно, то есть медленно-медленно, он вопрос еще не принеси, он медленно-медленно идет. Вот так он ходит обычно, раза в три медленнее. Андрей, go inside. One cup of water. Что самое интересное, Майка просто взяла и не чистила, ничего не делала, просто тупо ее на этот самый, на гриль и все. Ни мариновать, ни чистить, ничего не надо, просто на гриль и все. Я по клинер. Клинер? Да. А, да. Коробка. Что, бросила она рыбу, да? Угу. Не чистила? Нет. Не мыла? Нет. Не мариновала? Нет. И не думала? О чем? Ну, я еще месяц буду эту самую капсулу жрать. Ну да. Нормально. У нас сейчас сосиски есть, так что не переживай. Сосиски еще хуже. Блин, да я тогда лучше вот это буду есть. Ладно, бог с ним. Ну, если она так считает, может, там внутри какая-нибудь вкусняшка у нее? Ну, не знаю. В кишках. Наверное. Горечь что-то дает какой-нибудь? Нет, не горечь. Она кальмаров нажралась. Mm-hmm. Мы заодно кальмаров поедем. Я шучу. Мне лишь бы поржать. Я так умудохался уже на жаре просто от так. Выглядит вкусно, особенно вот здесь мясо. Вау, май лукер. Белое мясо. Сейчас вот грибы эти срежу, пожарим, вместе с рыбкой будет нормально. Картошки накопаем где-нибудь. Ну, сбегаем в Россию, там дохрена ее. Уже подкапываете, наверное, да? Вот. Выглядит вкусно. И пахнет грибами. Угу. Ядовитыми, да? Нет, нормальными грибами. Опёртыши. Ой, опята. Ну, не знаю, я не буду есть, честно говоря. Ты хочешь поесть грибочек? Вот у нас рыбка. Она кажется маленькая, но она не маленькая. Вот моя ладошка. Вот. Так, что у нас еще? Кетчуп есть. Рис и сосиски. А, и Андрей. Yeah, where do I put this? I will make you dive, Андрей. No. Андрей сегодня будет очень много прыгать с щучкой. Да, Андрей? Лами. Вот так выглядит рыбка.
Белое мясо, да, у него, смотри. Mm-hmm. Как по вкусу, кстати? Mm-hmm. По вкусу, maybe I should eat some here. Ну как, без соли, без всего, нормально? Угу. Вкусно. Соли не надо вообще. Ну так классно. Первый раз так вижу. Классно. А? Да. Приехали. Сейчас будем купаться. Сегодня классная погода вообще, смотрите. Супер. Водичка чистая-чистая. Сегодня подфартило нас погодой. Как научиться делать заднее сальто? Для этого мне потребовалось где-то 300 грамм Imperator Light и где-то еще грамм 100, наверное, Тандуая. И после этого я научился делать заднее сальто. Вот, как это делать? Встаешь, главное не бояться. Вот. Тандуая и Imperator в совокупности позволяют не бояться прыгать заднее сальто. Главное, чтобы никого не было сзади. Все, пошли, приехали назад. Батя тут ковыряется, чистит травку. Вот. Завтра он тоже опять поедет. Так, вон там Андрей идет. Сломал маску. Вчера свои очки потерял где-то, а сегодня маску сломал. Вот. Маечка. Так, а мы сейчас на речку пойдем, там искупаемся после соленой воды. Май. Где Медеса? А
вода грязная, но делать нечего, придется набирать и купаться. There's everywhere like that. You can take, it's okay. Main hapon. Wash my mouth. It's that. Oh, there you go. We have to wash it with the fresh water, because came from dagat. Маечка готовит что-то интересное. Я ей сорвал папайю, у нас здесь растет. Вот, но она еще не зрелая, не спелая папайя. Вот сами видите, зеленая. И сейчас она будет ее нарезать и делать суп. Суп, кстати, будет с куриной, с кокосовым молоком. Вот. Вот он. Гата. Гатас — это молоко. Coconut milk. Вот. Стоит он 64 песо. Ну, почти 70 рублей, наверное, где-то так. Вот. $1, да, вот. $1. Для тех, кто не знает, в рублях, не в песо. $1. Так, сегодня также будем попкорн есть. Я сделаю попкорн вечером. Так, вот маечка чистит папайку. Но она уже почти зрелая. Я не знаю, еще может, если бы дня 3-4 полежала, было бы хорошо. Давно, кстати, папайю не ели. Надо купить будет. Потому что те, которые растет рядом у нас здесь, она не очень... Не очень хорошо плодоносит, и надо ползти наверх туда. Я сегодня чуть не упал. Ну что, как ты? Устал? Тяжело, я помер тут на этой последней горке нафиг. Пешком шел. Да? Устал? Ну, конечно, целый день. Кошмар. Попа болит, все болит. Что, я иду пешком. Девчонка такая. Сэр, what happened? Я говорю. My ass is pain. Она хи-хи-хи-хи-хи. Я понятно, что сказал, да? Жопа болит. Что случилось? Я говорю, жопа болит. Она засмеялась и пошла. Это там вот где этот коконатный этот завод стоит. А я-то думал, откуда воняет. Это тут, наверное, придет. Да, скорее всего. Кокосов, ну, потому что только там. Миша, дай пойду помоюсь. Давай. Так, мумаечка у нас тут. Нарезает что-то вкусное. Так, вот ингредиенты все. Это лук. Вот это лук. Папайя. Папайя? Да. Помидоры и перчики. И маечка плачет.
Don't cry. Глуп, потому что. Андрей будет сейчас рис готовить. I make good rice. Да, Андрей готовит очень вкусный рис, у него получается. Вкусный рис получается у Андрея. Итак, мамаечка закинула жарить в масле. Что тут у нас? Лук, чеснок, помидоры. Вот. Do you put salt there? А, вот потом положит соль. Пока соли нету. Вот такая вот ерунда. Что-то у нас происходит. Мамаечка будет. I boil this first. Она сначала сварила, сейчас кидает. Because... No, Ай? На? На! Правило 5 секунд. Wait. Правило 5 секунд. Короче, если что-то упало, надо просто помыть. Помыть. Вот, сейчас помоем. И кидаем обратно. Опа! Так, мамаечка сейчас немножко воды еще добавит. И теперь соль. Вот столько. И перец. Вот, все, мамаечка накрыла крышкой и сказала, что 5 минут должно постоять, кипеть. И вот тут опять коты какие-то бегают непонятные. Вот они. И они постоянно откуда-то появляются и исчезают. Потом опять, о, уронил. Уронил мамаечкин растение. Цветок, я не знаю, что это. Май. Ирин... It's okay. Так, что у нас тут сначала идет? Чили идет туда. Перчики. Папайя. И лемонграсс там еще, да. Такая травка. Приятная, лимоном пахнет. Да, уже чувствуется лимоновый запах. And how long? Cover for maybe 3 minutes. И на 3 минуты опять оставить. Milk? Yeah. Okay. Let's add this green onions. Так, мамаечка лук положила. And then put the milk. Put the milk? Yeah. Wow. And you can also use real coconut. Да, мы как-то готовили только с настоящим кокосом, а это в этом в консерве. Let it boil. Let it boil and season according to your taste. Like you can add salt and pepper according to your taste. Так, смотрим, что у нас тут получилось. Вот такой аппетитный супчик получился. Не знаю, супчик или что это. В кокосовом молоке вот мамаечка сидит. Красавица. Вот Андреечка сидит. Красавица. Так, где у нас батя? Батя встать не может.
Как ты себя чувствуешь, пап? My job is pain. My legs pain. I feel good now. No pain. Ничего. Все. Так, давай, садитесь, я сниму, как вы едите. И... Ну что, как, пап? Нравится тебе? Папайя. Обалденно вкусно. Папайя, да? А еще кокосовое молоко. Все, я упал, пропал, меня нету. Туши сверху.